Привет, дружочки, пирожочки. Владельцы андроидов, обязательно досмотрите это видео до конца, потому что в этом выпуске вы узнаете, как ваши смартфоны могут фотографировать на таком же уровне, как айфоны. Все знают, что мой видеоблог о путешествиях, но мне не всегда удается путешествовать, иногда приходится работать. В основном моя работа – это фото- и видеосъемка. И меня часто спрашивают, что же брать с собой, какую технику для того, чтобы делать качественные фото и видео в путешествиях. И ответ очень прост. Если вы не собираетесь делать художественные фотографии, то берите с собой обычные смартфоны. Сейчас современных смартфонов достаточно для того, чтобы делать качественные фотографии и видео. На что же снимаю я в своих путешествиях? Я, конечно же, снимаю видео только на GoPro 7 Black, а все мои фотошедевры сняты на смартфоны. И недавно я купил смартфон, который называется Xiaomi Redmi Note 8 Pro, такое вот длинное название. И этот смартфон может фотографировать реально очень качественно. Вам не нужно таскать с собой тяжелые зеркалки, объективы, вспышки для того, чтобы делать качественный контент. Сейчас мы делаем тест звука на телефон Redmi Note 8 Pro. Есть небольшой ветер на улице. Вот так выглядит Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Слиток черного золота с 5 камерами. Очень быстро, не тупит, не лагает, не греется. В режиме телефона и мессенджеров батарею заряжаю раз в двое суток. В целом доволен. Ну и теперь радостная новость для всех владельцев андроидов. Есть приложение Google Cam или Gcam. Это приложение, которое программно улучшает качество ваших фотографий, выравнивает тон кожи, исправляет баланс белого, делает фотографии более резкими. Google камеру установить достаточно просто. Перейдите по ссылке, которая есть в описании, чтобы скачать приложение для вашего смартфона. Для моего смартфона потребовалось скачать файл с расширением XML. Устанавливаете приложение, дальше перекидываете файл XML в папку Configs, жмете вот здесь два раза и выбираете нужную конфигурацию. К сожалению, я поставил прошивку MIUI 11 на свой смартфон, и Google камера с этой прошивкой пока не работает. Так что преимущество Google камеры вы сможете ощутить уже на практике. Итак, мы посмотрели фото и видео, снятое на телефон Xiaomi Redmi Note 8 Pro. И каждый может судить сам о качестве этих фотографий и видео. Но как по мне, так качество этих фотографий и видео отлично. Меня это вполне устраивает. Конечно же, владельцы айфонов, они наслаждаются шикарной стабилизацией, съемкой 4К в 60 кадров. Но поверьте мне, что такими функциями вы будете пользоваться очень редко. Ребятки, мне очень важна обратная связь. И я очень жду ваши лайки и комментарии под этим видео.
Если под этим видео будет 100 лайков, то к Новому году я проведу большой новогодний стрим, в котором отвечу на все ваши вопросы по фото и видеосъемке, а также на любые другие вопросы, которые вы хотите мне задать. Обязательно подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои видосы, и, конечно, ставьте лайки. Всем пока, всех был рад видеть, обнимаю!